Одним словом, о партнерах по звену. Кислый, веселый. Он постоянно улыбается, подкалывает меня. Спокойствие. Оно присуще обоим. Они мало обращают на себя внимания. Сосредоточены на хоккее, приходят во дворец делать свое дело. Кто же я на самом деле, да? Весельчак или спокойный? Может, он не понимает, что я ему говорю, и думает, что это я ему говорю веселое. Не, ну есть, да, у нас шутки есть, там какие-то общие с ним. Пасют профессионал. Он всегда основательно и добросовестно готовится к тренировкам и играм, не дает себе послаблений. Если так одним словом, я бы сказал, наверное, работяга. А Лаконин. Пускай будет распасовщик. Лаконин, Пасют, Кислый. Это звено, подобранное летом наставником Немана Сергеем Пушковым, одно из самых сыгранных и результативных в нынешнем сезоне белорусской экстралиги. Тренер еще не на предсезонке поставил нас вместе. И если другие звенья менялись, то наша тройка, по большей части, оставалась неизменной. И это нам очень помогло в плане поиска взаимопонимания. Определенно между нами возникла необходимая химия. Сейчас мы уже играем, как говорится, не глядя. Я люблю играть с ними. Мы давно играем вместе и достаточно хорошо изучили манеру игры друг друга. Поэтому мне легко и комфортно. Игроки умные, игроки, как говорят, игровики. Вот, и мне такие партнеры по душе, поэтому чувствую себя комфортно. О качестве игры тройки ярче всего говорит статистика. Совокупно представители ударного сочетания Немана набрали уже 107 очков, и большая их часть заработана совместными усилиями. Нам дают много игрового времени в равных составах и в большинстве, поэтому мы столь результативны. Хотя можем играть еще лучше, ведь создаем уйму моментов, но большая их часть остается нереализованной. Конечно, соперники уделяют нам повышенное внимание, наверняка изучают то, как мы любим и умеем играть. Поэтому мы и стараемся придумывать что-нибудь новенькое, пытаемся не быть заложниками одних и тех же комбинаций. Играем друг на друга, не жадничаем, как бы разыгрываем комбинации, забиваем голы. Я не знаю, сложно сказать в чем, просто выполняем свою работу, стараемся выполнять, что нам тренера говорят, установки. Мы различаемся, у каждого свой уникальный стиль игры. И я считаю, в этом и есть фактор успеха нашей тройки. Каждый знает свои функции и их четко выполняет. Но главное, что они не навязаны сверху, они присущи нам. Мы довольны своей ролью в звене, поэтому хоккей сейчас для нас не только работа, он приносит удовольствие. Лаконин – финн, Пасют – поляк, Кислый – белорус. Интернациональная бригада, которой, судя по всему, языковой барьер – невеликая преграда. Язык хоккея прост. Тем более мы немного знаем английский, а Лаконин – некоторые русские слова. Я не думаю, что в этом есть какая-то большая проблема. Если необходимо, на доске или планшете мы можем нарисовать какие-нибудь схемы. Тем более мы уже давно играем вместе и без подсказок знаем, кто куда покатится в тот или иной момент. Языковой барьер – один из того момента, который мог бы еще улучшить нашу игру, мне кажется. Потому что можно было как-то договориться, что ну, более в общем плане, а не так вот, ну, в общем, фраза. Бывает, что-то Лаконин хочет сказать, но даже не говорит, но его не понимаешь, уже надо выходить на лед, и поэтому в этом моменте как бы мы могли бы добавить. 34-летний Яне Таннели Лаконин входит в топ-5 лучших бомбардиров нашего чемпионата. На его счету 11 шайб и 30 передач. Финский форвард последние годы играл за пределами родины, в Казахстане и российской вышке, а в феврале 2016-го присоединился к Неману. Мне нравится Гродно и тот хоккей, в который играют в Беларуси. Тем более я считаю, что смог хорошо адаптироваться в команде в концовке прошлого сезона. Сыграл неплохо, поэтому летом решил остаться здесь. В свободные дни я езжу в Финляндию. У меня две дочери, провожу время в основном с ними. На другие увлечения времени не остается. Яне очень хорошо видит площадку и может своевременно отдать передачу. Он отличный ассистент. Таких я мало встречал в своей карьере. Как бы можно сказать, мозг. Ну как, мозг, сложно сказать, как центральный обычный мозг, но он больше такой вот распасовщик, хорошо видит поляну, знает, как бы, где кто находится, можно сказать, не глядя, может отдать отличные пасы.
Нападающему сборной Польши Грзегорзу Томашу Пасюту 29, и это его первый опыт игры вне родины. Центр-форвард много лет являлся одним из лучших бомбардиров польской лиги. Подтверждает этот статус и в форме Немана. В его активе уже 37 баллов. В Гродно мне нравится та атмосфера, которая царит на арене во время матчей. Здешние болельщики разбираются в хоккее, поэтому поддерживают нас в любых, даже самых трудных ситуациях. Большую часть времени я провожу с семьей и пытаемся с женой развлечь наших маленьких детей. Игра с ними помогает отвлечься от хоккейных дел. А так я очень люблю автомобили, изучаю их, смотрю передачи, читаю журналы по этой теме. У меня BMW X5, вместительный автомобиль, очень помог в переезде из Польши в Гродно. Пасют, он больше такой работяга, он как связывает нас, он в обороне и в атаке, с хорошим броском, с хорошим катанием, мобильный игрок. Пасют хороший в обороне и в атаке, двусторонний игрок, как выражаются, умело держит шайбу, здорово действует в подыгрыше, может забить. 27-летний Артем Кислый вернулся в ряды воспитавшего его Немана минувшим летом. Позади остались три неплохих сезона в ВХЛовском Торосе и выигрыш Кубка Братины. В текущем чемпионате Кислый отметился уже 18 голами. Он в авангарде списка снайперов экстралиги. Ну да, я ни о чем не сожалею. Как бы, зачем о чем-то сожалеть? Я всегда живу по принципу, что не делается, то к лучшему. Вот здесь семья, мне очень приятно, что я наконец-то больше провожу времени с семьей, вижу, как растет мой сын. Это был один из главных факторов перехода моего. Кислый быстрый игрок, ищет свободное пространство, грамотно открывается под передачу. Кислый игрок, который здорово завершает атаки. Может, не столь активен в созидании, но умение поставить точку в комбинации – его бесспорный козырь. Есть еще большой запас. Сейчас, если спросят, скажу, что еще потенциал вижу, еще не до конца раскрылся здесь. Вот, так что еще потенциал огромный. Есть куда расти. До плей-офф осталось чуть более месяца. Только исходя из его результатов, можно будет судить об истинной успешности звена Лаконин-Пасюк-Кислый.